Ребята, всем привет! Я уже пришла из школы. Сегодня должен быть бассейн у меня. Но я в бассейн не иду, так как мне нужно очень много делать домашнего задания. Около 15 сочинений по литературе писать. Но нам задавали еще неделю-полторы назад это. Но я еще не все задания выполнила, поэтому сегодня нужно будет писать много сочинений. Плюс еще нужно будет 7-8 строфу выучить «Евгений Онегин», первая глава. Потом по английскому подготовиться к проверочной контрольной. И больше я не помню, но там еще что-то. Поэтому заданий очень много, ну а сейчас время обедать. Я пришла домой, мама тут приготовила бюзе. Кто еще не подписан на канал Bon Appétit от Кати, заходите, подписывайтесь. Там очень много крутых и вкусных рецептов. И легких. А вы не забывайте подписываться на мой канал. Кстати, кто не знает еще, я открыла новый канал, где я буду делать только слаймы. Называется он Мега Слайм, но у меня сейчас появилась новая идея для названия Слайм Лайф. Пишите, какое название вам больше нравится, Мега Слайм или Слайм Лайф. Ну а я пока в раздумьях, в общем, буду пить чай и думать. Ну а вы не забывайте подписываться, поддерживать лайками, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, в общем, вы все знаете. Я сейчас делаю литературу, у меня здесь такой бардак на столе на рабочем. У меня, в принципе, всегда здесь бардак. Сейчас покажу, что вам задали. Вот домашнее задание. То есть мне нужно сделать 7-ю работу экзаменационную. Первый вариант, там 3 сочинения. Потом 13-ю работу, второй вариант. Я, честно говоря, не помню, сколько там сочинений. Ну, тоже, скорее всего, 3. Потом 21-я, 24-я и 28-я. Я уже сделала 7-й вариант и 28-й. И мне осталось еще 3 варианта, то есть 3 на 3, 9 сочинений написать. Вы спрашивали, в принципе, как я готовлюсь к экзаменам. Вот у нас содержание. Это я вам сейчас говорю про литературу. Вот, смотрите, видите? ОГЭ, литература, 30 вариантов здесь. Мы прорешали уже вторую работу, третью. В общем, вот у меня плюсики проставлены. И уже я 7-ю прорешала. Я тут посчитала, по-моему, если я не ошибаюсь, 15 плюсиков. То есть половину мы сделали уже. Ну, а вообще, на самом деле, по литературе особо не подготовишься к экзамену, так как... Там просто разбираешь тексты, пишешь свои мысли, отвечаешь на вопросы и все. Смотрите, вот как мы работаем. Мы подчеркиваем в тексте важную информацию, главную, которая может нам помочь ответить на вопрос. Потом составляем вот такие вот таблицы. Не пишите, что у меня корявый почерк. Вот, составляем такие таблицы, ну и разбираем дальше. Ну, а я сейчас буду делать уже 13-й вариант. Я не знаю, почему я так пошла, но я просто... На прошлой неделе сделала 28-й вариант. На выходных, не на этой неделе, на выходных я сделала 7-й вариант. И вот сейчас буду 13-й делать вариант. Так что вот так вот. Это только коллективу. У нас завтра будет просто зачетный урок. И мы будем получать зачет по элективу. У нас в каждой четверти по элективу должен стоять зачет. Ну и потом мне еще нужно будет делать английский и по литературе учить. Я уже почти все сделала по литературе, мне остался один вариант, то есть 3 сочинения написать, 24-й вариант остался. И, наконец-таки, я все сделала по литературе, по элективу, и буду учить Онегина, 7-ю и 8-ю строфу. Я, кстати, тут чипсики поела. И сейчас у меня перерыв, мы снимаем на канал Мими Шоу видео «Замена коробками». Ссылочка на канал Мими Шоу в описании под видео, кто еще не подписан, подписывайтесь, ну а мы снимать. Ребята, мы уже отсняли видео на канал Мими Шоу, и смотрите, что мне попалось. Мне попался ролтон, но я всю быстро растворимую лапшу называю доширак, поэтому мне попался вот такой вот доширак, я его обожаю. Я сразу вспомнила море, потому что доширак мы едим, когда едем на море в поезде. Ну и сейчас я буду ужинать, сегодня у меня будет вот такой вот ужин. Хотя дома... Что отбивные там? Куриные на ужин. Ну, отбивные доживут и до завтра. А ролтон, если... Бывает очень редко. Да, ролтон бывает очень редко. Если я его сейчас не съем, то съест его папа. Поэтому съедаю его я. И иду дальше делать литературу. Все, наконец-таки я сделала литературу электив, написала сочинение. В итоге я сегодня писала около 10 сочинений. Сейчас, на самом деле, смотрите, уже 11 ночи. А я только сделала один урок, сейчас буду учить Онегина, потом нужно будет написать еще план по первой главе,
Но если я не ошибаюсь, то у меня был план, я писала еще в прошлом уроке, в общем, нужно сейчас проверить. Почему-то мне кажется, что я уже писала по этой главе план. В общем, надо посмотреть, проверить. И потом еще английский учить. В общем, мне удачи. А, я сейчас вам еще покажу. Мы сегодня снимали же видео «Обмен коробками». И мне попался такой набор с наклейками, которые светятся в темноте. Мы уже их наклеили на шкаф. Сейчас покажу, как они светятся. Там вообще такая красота. Вот такая вот девочка и очень много разных бабочек, которые разлетелись по разным сторонам. В общем, очень красиво. Но смотрите, на стене почему-то бабочки ярче, нежели те бабочки, которые приклеены на шкаф. Не знаю почему, но вот так вот получилось. Ну, вообще, мне очень нравится, классно. Я теперь хочу свою комнату такое. Наконец-таки уроки я сделала. Сейчас буду собирать рюкзак. У меня еще рюкзак со сегодняшнего дня, я его не разбирала. Здесь общество знаний у меня сегодня было. Геометрия, информатика. Так, английский мне на завтра нужен. Это блокнот по алгебре. Сегодня по обществу знанию сдавали трудовые договоры на несовершеннолетнего человека и на совершеннолетнего. Два договора сдавали. Делали. У меня еще очень много их осталось, незаполненных. Распечатали на запас, вдруг я где-то неправильно заполню что-то. Так, ладно, все. Ну, это по химии уже такая табличка. Завтра у меня практически весь день будет литература. Онегин. Учебник по литературе. Это два урока. Еще один урок. Электив по литературе. Вот, литература. Потом английский я положила. Биология. Хочу найти ее здесь. Биология. У меня, кстати, еще забыла сказать, что сегодня мама купила булочку и сок я на завтра беру. Моя еда в школу. Кстати, пишите в комментариях, что в школу берете вы с собой покушать, перекусить. Или все-таки пытаетесь в столовой. Я как-то больше предпочитаю брать из дома еду, нежели покупать в столовой. Так, это листик с вариантами. Сюда. Рюкзак всегда стараюсь собирать с вечера. Бывает, конечно, очень-очень лень, и я собираю с утра, но это бывает очень редко, потому что если я собираю рюкзак с утра, то я точно что-нибудь забуду. Так, это мы не вставляем. Пишите, как удобнее вам собирать рюкзак с утра или с вечера. Ну и все, я собрала, я ложусь спать. Всем большое спасибо за просмотр и пока-пока. Представляете, я вспомнила, что я еще не сделала алгебру. Я вообще забыла, что у нас будет завтра алгебра. Поэтому буду сейчас делать алгебру. Нам задали 10-й вариант. Сейчас его покажу вам. Так, где он тут? Проверь себя. Так, вот, подобные варианты. Вот, вот этот вариант нам нужно сейчас сделать. Точнее, мне нужно сейчас сделать. Решить неравенство, две задачи, сократить дробь. В общем, вот такие вот задания. Это, наконец-таки, последний вариант. Мы все 10 вариантов уже прорешали. Вначале идут легкие варианты, а потом сложнее и сложнее примеры. Уравнения, неравенства получаются. Но для меня, на самом деле, намного легче решать неравенство сокращения дробей, нежели задачи. Я не люблю задачи. Пишите, что вам легче решать, задачи или уравнение неравенства. В общем, мой сон откладывается примерно на полчаса, и я сейчас буду делать математику, точнее, алгебру. Я надеюсь, что больше я ничего не вспомню, у меня завтра других предметов нет. А то я сейчас буду делать алгебру и вспомню, что мне еще какую-нибудь физику нужно будет делать. Еще хочу повторить две строфы из Евгения Онегина и положить учебник под подушку, чтобы лучше запомнить. Я всегда так делаю, не знаю почему. Мне кажется, что я так запоминаю лучше. В общем, небольшой такой какой-то лайфхак. Пишите, как вам, как вы запоминаете. Я знаю, есть такой вариант заучивания текста с помощью наушников. То есть записываешь на диктофон голос свой, стихотворение.
и слушаешь это. Ну, не знаю, я так пробовала, у меня ничего не получается. Я отвлекаюсь и не слушаю, что находится в наушниках. Поэтому мне легче выучить самой и положить под подушку. Ладно, ребята, я буду делать алгебру. Ну, а вам спокойной ночи и всем пока!